Hola Amigos, продолжаем играть в резьбу. Так, у меня есть 6 патронов, у меня есть все, кроме здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Мне нужно бежать туда, где у меня лежат аптечки, то есть на склад. С этого, пожалуй, начнется данная серия. Значит, кстати, что хотел сказать? Тишина вроде. А, я не понимаю, почему из следующей части Resident Evil, из второй и третьей убрали некоторые фишки первой части. Например, такие как крутить. Ой, блядь. Это кто идет-то, сука? Он уже превратился? Превратился, но он заперт. Ёб твою мать. Все, они все встают. Издаускас. Например, как в инвентаре крутить вещи. А собаки? То есть открывайте инвентарь, вот это там, изучить, и крутите, вертите, плюс еще можно найти секретик и что-то с этой вещью сделать. Во второй части я такого не помню, поправьте меня, если я ошибаюсь. Плюс. Вот эта фишка с сжиганием трупов, она мне кажется гениальной. Это сжечь все трупы, пройти, не полениться, потому что они встанут и будут в разы сильнее. Что-то щелкнуло, бряцнуло. Но я не понял, что. Так. Где мои сохранения? В конце. Вы чё, блядь, охуели? Да ну нахуй. Ёб твою мать. А я еще выстрел потратил. Ну здравствуй, жопа, блядь. Сука! Ты-то здесь что делаешь? Блять. Пизда. Сейчас он, сука, вскочит. Нет. Фух, хоть кто-то, блять, умер окончательно в этой долбанной игре. А вот сейчас кто-то бежал. Я прям слышал, что кто-то бежит. Откуда это здесь? Кто это сюда принес? О, господи. Я надеюсь, что это не какой-то чит и баг, и меня в этом не обвинят. Но увидели, да, что я пришел и... Опа, и тут побывал уже Дед Мороз передо мной и оставил мне немножко подарочков. Ждет моих подарочков, не бедня. И тебе достать... Вот и бесу досталось от меня. Ну, многие посоветовали выложить кинжаль. Действие вполне логичное, да. Но просто кинжал — это была уверенность в том, что ты без оружия совсем не останешься. Что когда кончится дробовик и пистолет, ты хотя бы ножом, но сможешь ткнуть в глаз того, кто попытается тебя отыметь. Ключ меча. Что ж, ключ меча уже свое дело сделал, в общем-то. Я не знаю, где еще он может пригодиться в ближайшее время. Поэтому пусть он валяется. Вы хотите взять спрей, да? Я даже хочу не взять спрей, я хочу применить его. Несмотря на то, что еще можно было получить один удар. Но кто, собственно, будет ждать, да? Взять. Давай, 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 быстрее, нагибайся-то, ёпта. Это что, вы хотите зажигательные заряды? Господи, да из чего же мне ими стрелять-то? В дробовик влезут, не? Не думаю. Так. Выкладываем сигнальные, в смысле, зажигательные. Выкладываем, что еще выкладываем? Ленту выложу. Аптечку не отдам. Аптечка мне сейчас нужна будет, походу. Прямо на выходе из этой двери. Когда меня начнут теребонькать. Ну и надо сохранить. А, зажигалку я же хотел взять. Нет. Я, пожалуй, сначала сохранюсь, а потом наполню флягу, потому что я сейчас... могу промахнуться мимо канистры, выйти в дверь и там умереть за порогом. Очень-очень было бы не круто. Там же такая кодла народу вылезла. Блин, надо на карте пометку сделать. Туда не ходить ни в коем, сука, случае. Вы заполнили вашу флягу. Ну и чё? И какие зомби встают? Все встают зомби или что? Или какие-то останутся лежать в этой игре? Что за беспредел вообще?
Печатная лента. И что я хотел еще взять? Брать зажигалку. Учебных спреев запас у меня есть. Надеюсь, что одного пустого слота мне хватит. Да, я думаю, я аптечку потрачу раньше, чем приду куда-то, где что-то можно прибарахлить. Итак, что ж, давайте убедимся, нет ли запасного выхода из этой комнаты. Какого-нибудь, может, секретный есть? Меня секретный устроит, хотя это выход будет в тот коридор, где их вообще 10 штук вывалилось. Нет. Быть бою, бою быть. Господи, благослови мой дробовик. А если он прям за дверью стоит, он же мне отбиться вообще не даст. А? Бежит. Бежит, сука. Два выстрела из дробовика, чтоб тебе пусто было. Как это? А, ну да. Увидимся в аду, ублюдок. Я так понимаю, что это встал вот этот, да? Которого я тогда сжигал, блять, да не досжигал, сука. Вот урод. Пойду-ка я еще, пожалуй, керосинки налью. Чисто на всякий. А то там в коридоре еще один клиент лежит, надо его тоже подпалить. Я только не понимаю, что делать, когда патроны все кончатся. В Динокризисе можно было хотя бы из химикатов вместо аптечки скрафтить дротик усыпляющий. Тут такой возможности нету. Нож. Вообще не оружие, да? Многие знают. Так. Вот тут есть две двери, которые закрыты. Но я уже не помню, какие ключи. Ну вот это открылось. Куда же она, интересно, ведет? Олень. Хотел напугать. Какая-то музычка печальная играет. Про олень она ничего не говорит. Так, вот эта дверь открыта, да? Взглянем. Одним глазком чего тут. Ну и ракурсы задает эта камера. Просто ужасные. Просто обоссаться с них хочется. Там что-то стоит, по-моему, да? Травка. Нет, некуда брать. Но мы запомним, что она здесь. Там даже две травки. Следы проходят прямо через кровать. Какие следы? Похоже, кто-то что-то забрал и быстро свалил. Но в чемодане всякая раскладная снайперская винтовка, нет? Что это? Что за аптечка? Нахрена она нужна? Она что-то восстанавливает? Не думаю. Я думаю, что это какая-то... Какая-то подъебка. Первая помощь. Спрей. Да зашибись. Мой инвентарь, блин, передает вам спасибо, ёптать. А, надо, значит, теперь бежать опять выгружать что-то. Ну как что-то, спрей. Не очень-то мне это нравится. Почему-то мне за вот эти комнаты не засчитали полное их прохождение, только за коридоры. Так, ладно, я пойду выложу спрей, потом вернусь. Well done. Честно говоря, лучше бы вместо всякой говнотени мне выпадали патроны для дробовика. Вместо этих аптечек. Хотя аптечка тоже дело хорошее. Это что за хер тут стоит? Господи, ты придурочный. Я там воюю, ты тут, блядь, читаешь? Barry, I didn't mean to get you that excited. Right.
Новая коллекция бабочек. Взгляни на это. Завещание ученого. Письмо сложено внутрь, верхняя часть письма оторвана, остальную часть можно разобрать. Альма, я пытался выжить лишь для того, чтобы вновь увидеть тебя, но мои усилия только отсрочили неизбежное. Я заражен. И нет никакого лекарства от того, что последует потом. Излечение наступит лишь с приходом смерти, прежде чем я потеряю все, что отличает меня от них. Моя любовь для тебя. В течение часа я отправлюсь в вечный сон, где есть мир. Пожалуйста, пойми. И знай, мне очень жаль. Мартин Крэгхорн. Крэг это наркотики, а Хорн это рок. Видимо, это рок изобилия, у него фамилия переводится. Необычности этого особняка, да что, по-моему, очень обычно. Все в загадках и в зомбарях. Как всегда. Давай продолжим расследование вместе, ты должен был сказать. А не просто продолжим расследование. О, крючок. Ну да. На рыбалку пойду. Тут аквариум стоит сейчас. Сейчас, я думаю, из него что-нибудь выудим. А, открытый кейс. Он полон различными биологическими отчетами. Контейнер наполнен мертвыми жуками. О! Так это ж мотылек, что-то. Ой, вы не можете взять больше предметов. А это рыба, я прав? Да вы чё, блин, дрочите, что ли? Куда мне столько? Какого существа? Гигантской рыбы? Так, надо освобождать инвентарь. Это очень люто освобождать инвентарь, мать твою за ногу, а. Ну, после того, как инвентарь был опорожнен, можно приступить, наконец-то, к решению этой загадки. Крючок для приманки, да, я хочу взять. Я вижу, что синее насекомое тоже выделяется. Да, что надо сделать с образцами? Я думаю, надо их местами поменять, например. Образец пчелы. Ничего не происходит, хорошо. А, может, крючок и в жопу надо вставить? Объединим-ка мы с вот этим. Нет. Да, блядь, да заберишь ты ее нахер. Я хотел изучить, посмотреть, повнимательнее. Может быть, там что-то... Что-то из нее вытащить надо. Так отъебись, отойди от нее уже нахер. Изучить. Посмотрим, повертим. Этот кусочек говна. С виду нормальный шершень. Ничего необычного. Может, и на жопу нажать? Нет? Может, на лапки? Может, глаза выдавить? Крыло оторвать? Ничего. Огромный образец пчелы для монтажа. Хорошо сохранился. Какого монтажа, что там монтируешь, собираешься? Хорошо. Изучим вот эту. Хер его знает. Как вообще работает механизм? По весу, что ли? Ну вот, пчелка стала тяжелее немножко. У нее теперь крючок в заднице появился. И что? Да как ничего-то? Может, надо из двух решать? Может, на старую... А, панельку тоже что-то вешается здесь. Здесь с крючками висят, а там без крючков, видите? Поэтому сюда пчелку, сюда осу. Опа-на! Опа-на! И что? Это что за херня? Осажила?
Да ты охуела, что ли? Да смотри, опять она это сделала. Оса один раз жалит, чего у меня? Тебя что, сжечь тоже надо? Какой нахер открытый кейс? Что за пчела? Что-то она дышит еще. Гребень ветра. Что за гребень ветра? Изучить. А, типа какой-то завиток из кувшина. Я думаю, это джин. Типа. На нем изображен ветер. На нем изображен шептун, тогда уж он. Вот так вот прям. Либо обезьяний хвост какой-то. Итак, это монетка. Ее надо куда-то вставить, она что-то будет открывать. А, возможно, склеп. Я просто пока что больше не видел ничего, что можно было бы открыть этой хренью. Поэтому первое, что в голову пришло. Кстати, насчет сожжения трупов. В Evil Within тоже ведь можно было сжигать трупы. А эту игру мы помним, кто делал. То есть, если кто не в курсе, тот, что там не последнюю роль в разработке игры играл чувак, который придумал Resident Evil. И он вспомнил о такой вещи, как сжигание трупов, но, к сожалению, забыл о такой вещи, как смысл этого дела. Если здесь зомби встают, несожженные, и встают они еще сильнее, чем были раньше, то там Evil Within. Я даже не знаю, для чего трупы сжигались, а только в бою с бешеной бабой, которая там из трупов появлялась, был какой-то смысл это их сжигать. То есть больше они ничего, ни на что не влияли, а спички в игре при этом были. Притом без всякого керосина, просто спичкой, спичку бросил, и трупы загорелись. А здесь, смотрите, прям целая процедура. Зажигалку возьми, бензин... флягу возьми, бензина налей. Продумано просто по максимуму. Так, что же там дверь в комнате на что закрыта? По-моему, на ключ с шлемом закрыта там. Которого у меня нет. Понятное дело. Эта ручка, значит, вроде сломалась. А, нет, смотрите-ка, работает. Ключ особняка здесь. Какая-то большая комната сейчас будет. Смотрите, двери двойные. Сука, двойные двери. Двойные мобы. Ёб твою мать. Ну, я сомневаюсь, что в этих... В этих рыцарях сидят зомби. Спящий рыцарь. Спящий рыцарь. Все они спящие, да? В какой-то игре я помню, что... не только в Medal of Honor, но еще в какой-то эти рыцари такие оживали и начинали бегать. В этом углублении что-то есть. На решетке это что-то достать мешает. Горе тем, кто нарушит мой сон. Здесь кнопка. Нажать? Нет. Надо продумать. Немножко продумать стратегию. Там какая-то медаль... Ну, допустим... О! Да они двигаются. А. Хорошо. А, я вижу фотки с рыцарями. Но этих с рыцарей невозможно подвинуть. То есть их можно либо задвинуть, либо выдвинуть. Картины висят неравномерно.
Похоже, как будто что два задних задвинуты, два передних выдвинуты, так что ли? Один с... А, причем нет, на картинках нарисованы рыцари, смотрите, с щитом, с топором, с мечом. А у этого, видимо, мне не видно. Какая-то палка у него, бердыш какой-то, а у этого меч. На картинке меч и топор выдвинуты. Типа щит. Щит и хренотень задвинуты. Но щит и хренотень справа, кстати, находится. А эти с левого фланга. А, можно попытаться, конечно, разгадать. Все зависит, знаете, от плоскости, в которой смотреть на эту картину. Так, я задвинул с мечом. Но он не похоже, что должен быть задвинут. Я думаю, в лучшем случае здесь должно было ничего не происходить, но в худшем случае меня прибьют, потому что написано, что горе тем, кто без мыла в жопу да залезет. Сейчас посмотрим. Рыцари должны снова выдвинуться все. Похоже, что эта загадка решается именно в этой комнате. То есть подсказки где-то здесь. Подсказки нужно найти. Они так двигают жопой, как будто теребонькают. Значит, щит и копье задвинуты. Вот. Ты должен быть задвинут, значит. И щит должен быть задвинут. Айди. Ой. Это в чем такой прикол, я не понял. Может, их всех задвинуть надо и все. Сейчас какой-нибудь выйдет, да? А, ну и все, надо просто всех задвинуть. Чушь какая-то. Вот и все. Хопа, и там какой-то орден героя Отечества. Прям-таки. Загадочная шкатулка. А, больше на монетку было похоже. Итак, что же это? Применить. Нихера. Изучить. Что-то написано, а нихера непонятно что. Это какой-то значок. Вот дверки, вот здесь она должна открываться. Конечно, хочу нажать, жми. Ничего не произошло. О-о-о! Углубление. Ёб твою мать, я чуть не охуел. Внутри лежит... Внутри лежала маска. Маска смерти. Надевай, чё. Но мы помним, да, куда маска вставляется. Без глаз, носа и рта. Когда все маски будут на месте, будет что-то не кайфовое. А, там, внизу, на кладбище. Значит, ниже здесь есть коридор, который тоже, я насколько помню, закрыт на дверь с ключиком брони. Но я бы предпочел все-таки вернуться и засейвить прогресс, особенно если никто не нападет на мою жопу. Здесь страшно подбирать ключи иной раз. Каждый раз, когда ты забираешь очередной ключ, активизируются какие-то новые скрипты. Кто-то впрыгивает в окна, влетают вороны, еще что-то. И от этого мне конкретно не по себе. Фух. Но, благо, пронесло маленько. Ну, маску, одну маску я точно тащить не буду. Я ее сейчас выложу в инвентарь. Сохранюсь, значит, и продолжим.
Ну, собственно, и подошел к концу очередной 20-минутный с небольшим отрезок игры. Думаю, я ее буду мельчить. Умышленный на 20-минутной отрезке с целью экспериментов по поиску оптимальной длительности видео. Так что всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Все дела. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Бывайте.